Нашей чудесной спортивной арены. Сегодня на старт вышла королева спорта легкая атлетика. После торжественного парада участников, извините, заканчивается бег на 3000 метров с препятствиями. Последний круг. Спортсмены приближаются к яме с водой. Ай-яй-яй. Ну что ж, спортсмен немного освежился и стремился за группой лидеров. Вот он обходит одного, второго, третьего. До финиша осталось 50 метров. Какой бурный спурт. Вы слышите, как зрители поддерживают спортсмена? Последнее усилие. Победа! Соревнования в разгаре. Во всех секторах стадиона развернулась упорная борьба. Я не ошибусь, если скажу, что сегодня нас ожидают новые рекорды и новые имена. Сейчас операторы перенесли нас в сектор, где соревнуются метатели молота. Эти тяжелоатлеты в легкой атлетике. Посмотрите, как тщательно готовится спортсмен к броску. Кажется, он хочет вложить в этот бросок самого себя. Да, ничего не скажешь. Оригинальная техника. Интересно, как оценит ее судейская коллегия. А впереди, дорогие друзья, нас ожидает украшение сегодняшних состязаний. На старт выйдут спортсмены, которые стали символом мужества, выносливости и воли к победе. Старт примут избранники королевы спорта марафон. Напряженная борьба проходит в секторе для прыжков в длину. Все прыгуны сделали серьезные заявки на победу. И только спортсмена, который сейчас готовится к прыжку, преследовали неудачи. Он заступал и получал нулевые оценки. Ему необходимо собраться, настроиться. Внимание! Разбег! Толчок! Отлично! Главное улететь как можно дальше! Ура! Прекрасный результат! А марафонцы уже прошли отметку 10 километров.
Что-то случилось с нашим лидером. Да, у номера 33 авария. Вероятно, ему придется сойти с дистанции по техническим причинам. Обидно. Сейчас внимание зрителей и журналистов приковано к сектору, где заканчиваются соревнования по прыжкам в шестом. Только один спортсмен продолжает поединок с высотой. Все остальные участники уже выбыли из соревнований. Болельщиков волнует вопрос, удержится ли рекорд. Но не будем гадать, все в руках спортсмена. Выше себя не прыгать. Мы поздравляем спортсмена и его тренера с победой. Их упорный труд увенчался успехом. Но пока болельщики и журналисты приветствуют нового рекордсмена, телевидение предоставляет нам возможность увидеть этот великолепный прыжок еще раз. Давайте посмотрим. Обратите внимание на фото корреспондента. Он тоже оказался на высоте. Чего не сделаешь ради эффектного снимка. И снова марафон. Борьба на дистанции продолжается. Ей отдано много сил. Что-то спортсмена под номером 33 преследует неудачи. Но думаю, что и эта досадная осечка не выбьет его из колеи. И он найдет в себе силы продолжить борьбу. Проявит настоящий характер, который уже не раз демонстрировал на дистанции. Thank you.